Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ответим на вопрос, существуют ли некие ангельские существа, существа, которые являются покровителями нашей жизни, нашей судьбы и, собственно, в целом всего того, что мы себя представляем. Когда общаясь несколько лет назад со своим товарищем, он сказал, что в традиции индуизма такой термин отсутствует и такие существа, они в принципе отсутствуют. Но это не совсем верное утверждение, поскольку покровительствующими божествами выступают чаще всего духовные сущности, которые именуются в традиции индуизма божествами. По сути, если провести параллель, принцип там один и тот же. Но как таковых ангелов-хранителей, конечно же, в традиции индуизма не существует. И здесь даже, наверное, тяжело будет провести параллель. В традиции индуизма их просто нет. Но эту роль выполняют другие существа. А вот как именно они выполняют эту роль, я расскажу сегодня в видении и постараюсь показать на примере, что значит божества-покровители, или же в традиции индуизма девата, да, или если это излюбленное божество, божество, которому совершается поклонение, тогда ишта-девата, да, то есть излюбленное божество домашнего алтаря. Ну или в нашем сердце, кому как больше нравится. Само видение заключалось в следующем. Начитывая мантру, состояние медитации, наверное, немножко стоит предысторию рассказать. Мы с друзьями довольно часто ездим в Индию. Один из городов, который чаще всего мы посещаем, это Вриндаван. Чем примечателен Вриндаван? Это тем, что там проходили игры одного из аватаров. И, естественно, все места, которые там есть, независимо, это деревня или поле, или раньше там очень много лесов было, сейчас, конечно же, там в большей степени разработано все под поля, вот, и деревьев очень мало, но так уж получается. Раньше там была очень густая лесистая местность. Увы, сейчас этого тяжело найти. Но, тем не менее, там все это было, и были очень большие пастбища, пасли коров с телятами. Ну и, соответственно, Кришна-аватар со своими друзьями-пастушками и девочками, они там гуляли, резвились, ну и, соответственно, там и проходило их детство. В одном из видений, конечно же, мое сознание, когда мы там ездим, всегда, ну не мое, а вообще как бы всех моих друзей, оно как бы имеет свойство пропитываться всеми этими историями, ну а сами по себе истории, которые передаются из уст в уста, они являются в некоторой степени некими энергетическими порталами, через которые мы можем заглядывать в прошлое, либо в будущее, да, то есть если Писание описывает будущее, допустим, как Падма Пурана, тогда мы можем видеть будущее через эти истории. Если истории описывают прошлое, тогда в этих историях, через эти истории мы можем заглядывать в прошлое, в медитации, еще раз подчеркиваю, да, то есть настолько даже сами истории, которые передаются из уст в уста, они настолько обладают духовной сильной энергетикой, что, ну, конечно, если у вас рабочий третий глаз, вы, конечно, можете видеть даже события тысячелетней давности. Вообще не составляет никакого труда. Скажу даже больше, учитывая то, что там приходил сам аватар, его ближайшие ученики или же друзья, они по большому счету были все воплощениями божеств. Да, то есть это божества родились на земле. Естественно, когда смотришь духовным зрением на времена прошлые, там духовной энергии намного больше, и те миры, и то время, оно намного более ярче, чем сейчас выглядит. Сейчас все цвета очень тусклые, люди не следуют традиции нравственности, праведности, естественно, энергии духовной у них нету, их желания не исполняются, их судьба не контролируется ими, и так далее, и так далее, и так далее. То есть очень много таких вот трудностей. И вот, естественно, и мой ум, и умы моих друзей, они как бы пропитываются во время таких вот поездок вот этими вот святыми энергиями, чистыми энергиями данных мест силы. И состояние медитации в какой-то момент я перенесся именно в прошлое. Причем те события, которые предстали перед моим духовным взором, я увидел довольно
несложную ситуацию, как бы для описания. Я видел очень большой густой лес, почему я рассказал, что там действительно были леса. Но леса были очень густые, очень большие, да, то есть описывается в писаниях, что там были даже джунгли, да, то есть там жили тигры, было очень много слонов, то есть, ну, живности, соответственно, было много всевозможной. Ну и, конечно же, в джунглях, естественно, было довольно опасно. И увидев один из элементов таких вот джунглей, я увидел также еще и тропинку, которая шла через эти джунгли. И я видел два маленьких мальчика, которые шли. Один шел впереди, другой чуть позади от него шел. Я понимал, что они куда-то идут по своим делам. Возможно, идут в какую-то соседнюю деревню. Они просто прогуливались. Да? То есть ничего необычного в этой истории как бы не было. За исключением того, что у мальчика, который шел позади, в руках была флейта. Когда я увидел эту флейту, я понял, что я вижу события 5000-летней давности. И это события, связанные с аватаром Кришны. Да? А впереди, соответственно, шел Баларама, его старший брат. И им на вид было, наверное, по 6, по 7 лет. Ну, то есть, это совсем дети, да? То есть, если в терминах нашей жизни, первоклассники. И они шли вдвоем, и в какой-то момент, а я же вижу, что лес очень густой, и он, мало того, что он густой, он еще высокий очень, да, то есть там столько растительности, такие высокие деревья были, и они же, идя под этими деревьями, действительно, там была такая густая тень, что, ну, на вид было довольно, я бы даже сказал, стрёмно, да, то есть как бы я бы, наверное, будучи взрослым человеком, поостерегся бы ходить вот так вот через джунгли в какую-то соседнюю деревню. Они шли с легкостью, я видел, что ни одного, ни другого нет совершенно никакого страха. И меня больше, конечно, привлек сам Кришна, маленький Кришна. Я на Балараму как-то не очень внимание обратил. И мне было интересно его состояние ума, и было удивительно то, что он спокоен, он совершенно спокоен. Знаете, такое спокойствие, я не смогу, наверное, описать его. Если вы сможете прочувствовать, то пожалуйста. Но мне было в диковинку наблюдать за человеком, который шел через вот такой густой лес, и он не испытывал никаких чувств, эмоций, вообще никаких, да, то есть он настолько в расслабленном, радостном состоянии шел. Я понимаю, что на самом деле, да, это Господь, это его полная аватара, полное воплощение, чего ему бояться, если все создано из него и так далее, так далее, так далее. Но если мы знаем все эти истории, то, конечно же, мы прекрасно помним, что на него неоднократно нападали, даже будучи маленьким ребенком, новорожденным, да, нападали демонические личности, демоны. Ну и, конечно же, ему приходилось, даже будучи маленьким ребенком вступать с ним в поединки. С ними в поединке. И, ну, как бы зная все эти истории, я смотрел на него, и с одной стороны, да, меня немножко вот потрясла его спокойствие, уверенность в себе и его спокойствие, да, то есть он прекрасно понимал, что никто, ничто не причинит ему никакого вреда. И этот вопрос, он, наверное, в моем восприятии, он настолько глубоко сидел, что я пытался понять, почему, вот что его вот так вот сильно защищает, да, то есть мне хотелось узнать, вот есть ли некая сила, которая его защищает. И в какой-то момент я увидел, как над джунглями, там, где шел Кришна, аватар маленький Кришна, да, я увидел, как летит огромная птица. И она была настолько большой, что крыльями, кончиками своих крыльев, она, я бы сказал, достигала горизонта. И лицо у нее было такое, знаете, вроде бы птичье, но в то же самое время оно было настолько разумным, что я бы даже сказал, что эта птица обладала неким интеллектом, весьма глубоким интеллектом, потому что птица сама по себе была живая. И я смотрел на эту птицу, и я понял, что вот это вот и есть птица Гаруда, царь всех птиц, да, то есть у него довольно много титулов всевозможных, но это ездовое животное, именно Нараяны, одно из них, да, то есть Шеша, есть Гаруда, есть другие божества. И вот там, где шел Кришна, над ним всегда парил Гаруда, да, то есть он его таким вот образом охранял. По сути, он выполнял роль ангела-хранителя. То есть таким образом выполняется функция сохранения судьбы человека у тех духовных существ, у которых есть
такие божественные покровители, да, то есть, ну, мы все понимаем, что даже в нашей традиции известно, что не у всех есть ангел-хранитель. Если человек совершает какие-то дурные деяния, ангел от него отходит, и тогда у человека начинаются неприятности, ну, или какие-то большие проблемы. В традиции индуизма роль ангела-хранителя выполняют божества, дорогие друзья, чтобы мы все понимали, да, то есть, это даже, наверное, все же, если проводить параллели, раз уж нам было так интересно, то уровень духовных покровителей в традиции индуизма он даже выше. Ну, как я понимаю, вам было это интересно относительно всевозможных сравнений, да? То есть ангельское существо – это высокоразвитое существо, а здесь, извините, божества. Божества и очень могущественные божества. Ну, то есть на примере Кришна-аватара и на примере Гаруды было видно, каким образом совершается защитная функция вот этих вот духовных существ. Также, когда я смотрел на Гаруду, я понял в какой-то момент, почему у Кришны всегда на древке, которое было на поле битвы на Курукшетре, да, на его колеснице всегда была нарисована птица, божественная птица Гаруда, то есть царь птиц. То есть он таким образом привлекал благословение, и он давал понять, что Гаруда всегда с ним. То есть Гаруда – это его, скажем так, небесный духовный покровитель, который всегда о нем печется, заботится, и даже Кришна-аватар всячески хотел его проявить в этом мире, то есть демонстрируя, что Гаруда находится на флаге, на древке, как я думаю, мы поняли, да, то есть древко, которое водружается всегда на колесницу, боевую колесницу во время битвы. Так вот, на древке, на флаге был изображен Гаруда. И когда я увидел Гаруду, который летит там, где идет Кришна, и я видел даже мысли Гаруды, я понимал, что Гаруда его охраняет, ну, 24 часа в сутки. Он никогда не спит, он всегда бодрствует, он всегда его защищает от любых трудностей, от любых препятствий. Гаруда всегда ему является покровителем. Таким образом, как бы, да, известная история, что Кришна и спал, и кушал, и отдыхал, и, естественно, он не мог уследить за всем подряд. И бесспорно то, что Гаруда все это время, он как бы являлся компенсирующим звеном, и он все это время также присматривал за маленьким Кришной. Вот таким вот образом я получил ответ относительно того, что маленькому Кришне, и, собственно, смысл-то ведь таков, что на месте маленького Кришны мы все находимся, да, то есть мы являемся вот такими вот маленькими детьми, которые идут через джунгли, а джунгли – это символ всей нашей жизни, порой тяжелой, порой трудной, со всеми нашими трудностями, неприятностями, проблемами. И вот эти вот темные джунгли, когда наша душа проходит через этот лес жизни, да, естественно, у нас должны быть у всех покровители. И благодаря духовной практике мы обретаем возможность проявить или получить защиту от тех или иных божеств, духовных существ и так далее. И естественно, ну, речь идет о той традиции, в которой мы все развиваемся, да, то есть если мы следуем традиции христианства, то там одни правила, здесь немножко в традиции индуизма, здесь немножко все по-другому, да, то есть если мы начитываем мантру богини Лакшми, тогда у нас будут покровителями божественной энергии Лакшми, либо гневная ее форма, богиня Дурга, ну и так далее. Если мы следуем гневным проявлением Нрисимхи, к примеру, то у нас покровителем будет Нрисимха. Если мы следуем традиции Ганеши, Шивы, богини Кали, то, соответственно, они будут нашими покровителями. И всегда такие божества будут находиться всегда рядом с нами и защищать во всех наших жизненных ситуациях. В этом суть. Да? То есть само по себе данное видение, оно показывает, каким образом происходит защита. Защита наших духовных ценностей, нашего, скажем так, нашей индивидуальности, нашего «я», нашей духовной практики, нашей судьбы и так далее. На этом все. До новых встреч, дорогие друзья.